Давай. О, а кто-то говорил, что Warface уже особо не играет. Тихо, Кэп, не мешай. Ты пойми одну вещь, дружище. Я тут подумал, я ведь еще корону за РМ не получал. Ты знаешь, у меня как будто второе дыхание открылось. Да. А еще хочу я научиться хорошо играть снайпером и разносить им в пух и прах. Компания «Не та кнопка» представляет «Второе дыхание» или «Как Ракутаген разносил за Авика». Значит, 12 первых лиг. Да. Ты еще и за Авика научиться топово гнуть. Ну, я думаю, это не сложно. Ну, ты шутник, Ракутаген. Ха, вот увидишь, Кэп, все получится, как нефиг делать. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Мортит Капитан Очевидность. Warface прекрасный, кракен, великолепный, сочный. И сейчас мы будем хорошенечко гнуть. Вы знаете, я тут подумал реально. Вот все в Warface надоело, а вот от Рэма я хорошо отдохнул. Почему бы не взять 12 первых лиг? Несколько нашивок у меня есть? Ха-ха, да, ноги пошел. Так что есть над чем поработать, в самом деле. И тем более, я всегда хайл Авика, что это дисбалансный класс. А меня всегда упрекали: Ракутаген, а ты попробуй еще нагни за него. Ну не вопрос, сейчас будет первая лига, будем нагибать за Авика. Это, кстати, она и есть. Пацаны уже все апнули, ну а я где-то, я на какой там, на 16-й лиге, ну нормально, какая разница, буду играть по балансу первым. Меня никогда не смущало, кто не знает, те нашивки, которые я взял на альфа, я их взял как раз по балансу первой лиги, играя с 21-й до 1-й. Да, вот так именно. Попущено! Рот закрыл, сука, не бесишь меня. Все позитивно начинается, как какие попущено. Че это за школьный лексикон? Попущено туда-сюда. Ну блин, так школота говорит, Кэп. Беспонтовая. С фейси-то и всякого говна. Ну ладно, ебукинти. Вот, допустим, научишься ты гнуть за Авика хорошо. Научусь. Возьмешь ты 12 первых. На изи. Один только вопрос. Да. Нахрена? Этот вопрос я сам еще не знаю, как на него ответить. Да. Сосамба, вот так вот. Да просто по приколу. Не знаю, нравится мне. Почему нет? Warface такая штука, знаешь... как бы она вроде надоедает, отдохнешь, да вроде и ничего, нормально. Но я вот отдохнул от РМ, а что-то последние дни, так что-то мне нравится выиграть. Вот сейчас я видосик сделаю, пойду РМ играть, да, дальше. Не-не-не-не, вот, а еще и соло РМ есть. А еще можно по приколу там на 21-х лигах каждого сезона там с говном поиграть, с пистолетами понагибать и так далее. Да почему нет? Ну, запишу еще 1168 видео, и вообще нормально будет. Плюс столько же, сколько уже есть. Там все на пабликах, мясорубках в основном было, а тут на РМе будет. Вообще здорово. Прикольно же, прикольно. Я думаю, надо пользоваться этим. Пока игра жива, в принципе, ну, как бы, пока есть, как бы, смысл, ну, а почему бы не поснимать, а почему бы не поиграть, нормально. В принципе, мне нравится, я не могу сказать, что прямо, как бы, нормально. Я отдохнул, говорю, для меня это что-то свеженькое, новенькое, давно я прямо, опаньки, на гиб не играл. Так, давай сосредоточься. Тихо, чуть-чуть сзади, тихо, ома. Опаньки, девочка, минус 30. Да ладно, это да. Что, правда первая лига? Да. Может, ты нас дуришь, Ракутаген? Кэп, да со мной Костя Медиум играет, со мной пацаны играют, посмотри, ты чё? Хы, какая другая может быть лига? Конечно, первая. Они давно уже все взяли. Они ж не я, как я, этот, мясорубки гоняют и ПВЕшки. Они давно уже взяли первую лигу, ты чё, давно-давно. Это я там другим занимался. Целый день слушал, как мне говорят. Поздравляем, вы чемпион Apex. Да, было такое. Скоро вся суть будет по этой игре. Прикольная, блин, изменилась. Такая нагибная стала тоже. Да ну блин, ну застилил, ну блин, ну Костян, ну я тебя люблю, брат, но... Ха-ха, все нормально, мне тоже досталось. Сочно! И прочно, да! Уверен, Ракутаген, даже под этим видосом будут писать, что у тебя противники как боты и так далее и тому подобное. По-любому будут писать, ты че, всегда пишут, ну как бы, ну ты че, это подставная первая лига, не задронировал по-любому. Вообще, вокруг неправда и вранье, мир говно, нас всех обманывают. Ну по-любому, так всегда пишут, как бы, да, там...
пишут: Ракутагин, а почему вот у меня все на мясорубке как киберспортсмены играют, а у тебя все играют как боты? Блин, жопа. Я как бы один раз ответил на это. Ответ он такой: может быть, друг мой, в вопросе содержится ответ. Но люди обижаются, когда я это говорю, потому что, ну как... Да ну блин, ну срали, как так-то, сука? Стакан, ты же мог, брат, ты же лучший. Вся фигня, нормально. Пацаны просто расслабляются, понимаете? Они не потеют, никто. Ни стакан не потеет, ни Косян, они просто по фану играют. Да какой-то. Не ходят они два, Ракутагин. Да пошел в жопу. Когда ты это поймешь? Какие нахрен 12 первых лиг? Ты, блин, до элементарных вещей додуматься не можешь. Кэп, слышал поговорку? Если долго сидеть на берегу воды, ты увидишь, как проплывают тела твоих противников. Вот это очень умная поговорка. Вкуси ее, сука. Она была за 1000 лет до существования многих цивилизаций. И очень мудро, очень правильно сказано. Не, ну это классно, что пацаны не потеют. Мне больше достанется. Дабл килл. И правильно, как бы, люди уже взяли, как бы, все. Я и Букенти другую поговорку знаю. Какое? Если очень долго чилить на двушке, то увидишь 21-ю лигу, сука, позорник. Сука, подъебал. Понятно, это диагноз. Да слышь, жопа пошел с этим диагнозом, сука, сейчас работа, сейчас выйдут, вот увидишь. Хоть один сейчас да покажется. Я говорил тебе, а ты не верил, блин. А кто из нас теперь не Букенти? Вот она, сила пошла. Пацаны, пожалуйста, дальше не надо. Не потейте, дайте я побольше фрагов сделаю. Я хочу красивый видос сделать. Я чуть-чуть прошу сидеть там. Все нормально. Сейчас они выйдут, я всех размотаю, как нефиг делать. Вот увидите. Сейчас такая красота будет, сука. На, опаньки, тихо. Тихо, пацаны. Ладно, пацаны, потейте, можно уже все. Не-не-не-не-не-не. А, да, я такой дурак, конечно. Вот, вообще ништяк, слышишь? Вот она... Если очень долго сидеть у воды, получишь хедшот. Мудрость записана. Если очень долго тупые плоские шутки выдавать, можно по печени получить, Кэп. Я тебе отвечаю. Да. Ну давай, давай, давай. Я хочу заточить, сука. Мы должны победить, пацаны. Ну пожалуйста, ну хоть раз-то. Хоть, должно же получиться. Просто обычно наоборот получается всегда, да. Ну, как бы. А, тихо. А, да. Обычно. Да ну, блин, ну несправедливо. Давай. Я знаю, семерка будет. Да ладно, проходной, сука, семерка должна была быть. Нормально? Нормально, справимся. Ну что, опёздал упрямый, опять на двушку пойдешь? Пойду, Кэп. Они только что на один пошли, у них не получилось. А на двушке у них получилось, значит на двушку пойдут, понимаешь? Ну, как бы все. Хе, сука, разумно. Да? Так. Ага. Ага. Ага, во, то, что надо. Да! Откуда он здесь? Ну, пожалуйста, пацаны, я вас умоляю, ну вы же лучшие, вы же, сука, вы обычно меня бустите, ну и сейчас забустите, пожалуйста, ну хоть разок. Давай, Ракатоника, стакан, ты лучший, стакан лучший друг человека, ты можешь, брат, давай, выдай, сука, просто мега-клатч. Оу май детка, что этот человек делает? Ма, красава, стакан лучше, не зря в Call of Duty столько играл, блин, вернулся в Warface, тоже нагнул. Молодец. Ладно, ладно, не спорю, да. Сегодня у тебя получилось. Да. Но я чувствую, с твоими желаниями и замашками мы впереди увидим еще очень-очень много позора. Ничего ты не увидишь. Тебе будет стыдно за твои слова. В общем, короче, вот так, друзья. Я вообще не снайпер, взял снайпера и сыграл лучше, чем команда. Обычно команда играет вся лучше, чем я, а тут наоборот получилось. Снайпер не имба, буду за него играть, ну как бы все понятно. Будем брать 12 первых лиг, будет много позора, хорошо будет, по-разному будет. Моим тиммейтам спасибо за игру, красавцы, пацаны, молодцы. Кстати, это первая катка, которую я сыграл в плюс. Они, наоборот, чуть похуже. Ну, вот до этого как бы было как бы все иначе. Но, что хочу сказать. Счастья, здоровья и любви всем. Варфейсом пока не завязываем. Не переживайте, все будет нормально. 12 первых клик ждут. Все будет сочно, прочно, глубоко. Если данное видео вам понравилось, ставьте лайки по желанию. Как хотите, якшите. Это без этого, ну просто, друзья, никуда. Запомните, стакан лучший друг человека. Вступайте в нашу армию. Нагибайте всех. И мы увидимся с вами.